Жыццё Макса Лоренса – гэта бясконцая музыка, якую ён шчыра і без астатку дзеліцца са сваімі слухачамі. Адсюль і назва сольнай праграмы «Жыццё як музыка». Макс Лоренс – таленавіты выканаўца, творчасць якога шырока вядомая ў айчынным і расійскім шоу-бізнесе. Ён уладальнік гран-пры фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску, лаўрэат конкурсу «Новая хваля» у Юрмале, фіналіст нацыянальнага адборачнага тура «Еўрабачання». Пасля сольнага канцэрта Макса Лоренса слухачы пачуюць спалучэнне пачуццёвага і меладычнага голасу маладога артыста у праводжэнні жывога гуку эстрадна-сімфанічнага аркестра Гомельскай абласной філармоніі. Сумесны творчы праект абяцае стаць сапраўды унікальнай, відовішнай і незабыўнай культурнай падзеяй. Праграма получилась разноплановая. Это и лирические песни авторские Макса Лоренса, и быстрая клубная музыка, и хиты мировых исполнителей в исполнении Макса Лоренса. Все это получилось очень качественно, очень динамично, и программа, мне кажется, не оставит никого из присутствующих в зале равнодушным. Падчас канцэрту прагучаць такія яркія музычныя творы Макса Лоренса, як «Лебядзінае», саундтрэк да фільма «Бой з ценем», «Сыходжу з розуму», вядома па нашумелай камп'ютарнай гульні «GTA 4», суперхіт «Гэтай ночы горад не спіць», які прагрымеў на топавых радыёстанцыях Беларусі, краін блізкага і далёкага замежжа, а таксама кампазіцыя эстрадна-сімфанічнага аркестра Гомельскай абласной філармоніі. Праграма абяцае ўразіць прадстаўнікоў самых розных музычных густаў. Эта праграма, её можна назваць і моднай, её можна назваць і лірычнай. В ней есть и классика жанра, и джаз, и блюз есть, и R&B, в ней есть и романсы, и баллады. То есть все, что я люблю, все, на чем я учился когда-либо в жизни, да, все вставили в эту программу. И можно так сказать, человек, который придет в зал послушать нас, он услышит волшебное звучание музыки оркестра и голос Макса Лоренса, который вот сформировался за эти долгие годы, кто следил за моим творчеством, на чем я учился и как так получилось, что Макс Лоренс вообще поет, какую музыку он слушал, какие его песни любимые. Яскравы сольны канцэрт «Жыццё як музыка» маладога прафесійнага спевака, кампазітара, аранжыроўшчыка, удзельніка шматлікіх фестываляў і конкурсаў Макса Лоренса у суправаджэнні эстрадна-сімфанічнага аркестра Гомельскай абласной філармоніі пройдзе ў сценах Палаца культуры чыгуначнікаў. Дорогие гомельчане, дорогие жители нашего города, а также гости, которые будут в это время в нашем городе, мы приглашаем вас всех на концерт Макса Лоренса, который состоится 15 июня в 18:30, это уже очень скоро. Мы подготовили для вас интересную программу, где вы услышите все ваши любимые песни. Мы искренне вас ждем, и мы с таким же хорошим настроением будем петь и играть для вас, и попытаемся сделать так, чтобы этот день был для вас праздничным. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».